В Дагестане открылся первый пляж для инвалидов-колясочников. Его открытие стало возможным благодаря средствам президентского гранта. Здесь предусмотрели все для удобства людей с ограниченными возможностями. Дорожки, места для отдыха, раздевалки, санузел, две специальные коляски. Посещение пляжа бесплатное, при этом одновременно его могут посещать до 6 человек. Также планируется расширение пляжа или открытие новых аналогичных территорий.